В эту ночь откроется дверь в потусторонний мир, и темные силы проникнут на Землю. Многие ждут ее с нетерпением, подготавливая свои наряды. Как и в любом костюмированном действии, у участников Хэллоуина появляется возможность на один вечер забыть о том, кто ты есть в реальной жизни, перевоплотившись в чудовищного персонажа. Еще вчера эти ребятки были офисными клерками, заводскими рабочими, учителями или врачами. Сегодня их поглотили темные силы, а все потому, что Хэллоуин. Мы его организовали для себя, для друзей, для гостей, и каждый в нем чувствует себя комфортно. Мы сделали живой квест, чтобы люди у нас не скучали. Хотелось, чтобы был такой интеллектуальный такой наплыв, чтобы они поискали, побегали, подумали. Я смотрю, что многим очень интересно. Чтобы удовольствие от праздника получили абсолютно все, организаторы постарались создать максимально жуткую обстановку. Не подвели с костюмами и сами гости. Какой твой образ на сегодняшний вечер? Кровавая Мэри. Ну, я люблю кровь людей. Я выбрал образ Сета, потому что Сет – это повелитель темной стороны Луны. У меня образ супруги Люцифера. Я очень верная жена. А почему выбрали именно этот образ? Я люблю поглощать душ. Я мисс Пилигрим с Дома странных детей. Я хозяйка дома, в котором есть странные люди, обладающие странными способностями. Скажи, что у тебя за образ сегодня? Сегодня я такой князь тьмы 21 века. Ну, как бы и готично, и модно, и Хэллоуин все вместе. Да я просто диджей! Диджей, а что у вас за образ? Я нежить. Я решила смешать сразу двух персонажей. Это волк и красная шапочка. Никак не могла определиться, кто мне нравится больше. Обычно запоминаются надолго такие праздники, которые были тщательно спланированы и прошли на одном дыхании. В этом смысле Хэллоуин в мастерской 21 стал удачным примером креативного подхода и удивительной атмосферы, располагающей к общению.